Дуда Плей. Всем привет, ребятки! И сегодня мы на канале Дуда Плей будем играть Little Big Snake. Маленькая большая змея. И я играю вот за такую маленькую синенькую змейку. Ой, что с интернетом, алло? Здесь, в этой игре, должен быть очень-очень хороший интернет. Вот слизняки. Нужно кушать слизняков. И с помощью слизняков мы будем очень большими. Да. А вот, смотри, идет слизнячок. Мы его, оп, съели. Хорошо. И вот этого сейчас быстренько. Алло. Вот. Видишь, как у нас змея-то увеличивается? Размерчиком большая становится. Так, смотри. А что здесь? Я смотрю, очень много змей. Нам нужно отсюда как-нибудь уходить. Все, мы в капкане, в ловушке, наверное, нет? Вау, смотри. Большая змея, смотри. Большая змея взорвалась, и мы ее сейчас кушаем. Вот. Хорошо. Вот, смотри, большущая змеюха, вот эта, которая была. Она тоже взорвалась, и мы ее тоже сейчас кушаем. Так, слизнячки, давайте сюда. Побольше слизнячков. Вот, смотри, сколько много слизняков. Их нужно всех скушать. Вот, я смотрю, очень много всяких вкусняшек. Давайте соберем. Ох, нифига. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, большая змея. Нам нужно отсюда как-нибудь уходить потихонечку. Так, какую-то корону мы съели. Так, тоже, смотри, какой-то агрессивный какой-то слизняк. Ой, не слизняк, а это змея. Змей. Какой-то агрессивный. Ой, ты не иди туда. Давай, слизнячка скушаем. Так, вот эту птичку, может быть. О, смотри. Тоже что-то взорвалось. Какая-то змея. Так, бабл. Давайте съедим бабла. Вот этого. Ах ты. Бегает какой-то маленький змеёныш. Змеёныш какой-то маленький бегает. Я его хочу споймать. Вот мы его споймали. Так, а также, смотрите, есть какая-то змея небольшая. О, тоже она тоже лопнула. Мы ее тоже сейчас скушаем. Хорошо. Ой, аккуратненько. Хух, чуть не врезался, слушай. Так, смотрим, вот еще один бабл. Давай мы его тоже сейчас быстренько споймаем. Давай. Лопайся. Хорошо, съели мы бабла и отправляемся дальше. Так, здесь аккуратненько проползаем. О, кто-то лопнул. Кто-то лопнул у нас, ребята. Давайте здесь немножечко соберем вкусняшку. И вот скушаем вот этих слизнячков. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, мы стали побольше. А вот еще, смотри, бегает бабл. Надо бы его споймать как-нибудь, не знаю. Ладно, отправляемся дальше. Ох ты, врезался, прикинь, я в него врезался. Да. И он тоже врезался. И еще кто-то врезался. Все поврезались, все поумирали. Офигеть просто. Да, ладно. Сколько у нас? 6,5 тонн были. Ребята, прикинь. И мы получили еще сундуки какие-то, да? А ну, сейчас посмотрим. Ключики. Так, собираем. И открыли мы сундук. Что там в этом сундуке? Давай посмотрим. Вау. Монетки, всякая фигня. Короче, спасибо. Спасибо, играем дальше. Подарок. Ой, был подарок. Ладно, мы его не собрали, ничего страшного. Так, кушаем. Смотри, какой-то огромный, да? Что он там делает? Оп. Быстренько слизнячка скушали. Так, идем дальше. Смотрим, что у нас здесь есть интересного. Вот слизнячок. Есть, съели. Так, вот какой-то огромный, смотри, ходит. Прям, о, кто-то накакал. Так, это мы сейчас едим. Ага. О, смотри, какие большие штуки. Кто-то пропустил. О, бабл. Но это он какой-то огромный, я его съесть не смогу. Да, нет, не могу. Съем слизняка и отправлюсь дальше. Вот, смотри, бабл какой. Да, давай его как-нибудь... Опа, нифига, мы его разбили, прикинь. Круто. Такой большой был бабл, и мы его разбили. Вот, смотри, еще один бабл взорвался нечаянно. Так, как же мне... Ах ты, гад, смотри, он все-таки видит. Он видит. Так, мне нужно дальше идти. Здесь слишком много змей. А я хочу куда-нибудь пойти, где змей поменьше. Так, сейчас быстренько здесь пройдем. Смотри, там сколько вкусняшек кто-то скушал. Вот еще. Ой, я врезался в стену. Офигеть, как так? Как так? Нечаянно врезались мы в стену, ребята. Давайте возродимся. И заберем подарок. Кстати, у нас же там подарок был. Где?
кстати. А, вот подарочек, да. Открываем, что в подарке у нас? Алмазики. У нас уже 305 алмазов. Хорошо. Играем дальше. Так, быстренько слизнячка съели. Вот еще слизнячок бегает. Оп, тоже хорошо. Ох ты, нифига какой монстр. Ой-ой-ой, аккуратно. Здесь надо быть аккуратней. Вот здесь вот эти малыши бегают. Ой, какой баран огромный, смотри. Он просто нескончаемый, я смотрю. Офигеть. Давай, сорвись, сорвись, сорвись. Ой, давай, давай, давай. Бабл, бабл. Оп, есть, мы его взорвали, смотри. Сейчас кушаем. Вот, еще один бабл, смотри. Давай, ах ты, гад, убежал. Давай, 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 вот этого. Кусай, кусай его. Ах, смотри, куда ты бежал? Ладно, пока будем кушать слизнячков. Вот тут еще один бабл. Сейчас мы его попробуем съесть. Нет, нифига. Ах ты, гад. Как же тебя словить-то, бабл? О, есть. Разбили, хорошо. Хорошо. Отправляемся дальше, смотрим. Так, жукашка у нас взлетела. Нет, ладно, вот этого слизняка. Раз, два, два слизнячка съели. И вот этого третьего сейчас съедим. Ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай. Съели. Хорошо. Так, смотри, кто-то покакал. Так, все, покушали, спасибо. О, бабл, 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 а бабл, бабл. Вот этого хочу, вот этого, вот этого. Есть. Хорошо. Вот еще один бабл, смотри. Есть, съели. Так. Все, я тебе не дам, хотел съесть. Слизнячки. Так, вот еще один слизнячок. Съели, хорошо. Так, что у нас здесь интересного? Вот, кто-то покакал еще. Давайте тоже все быстренько съедим от этого. Ох ты, какой быстрый, а? Ты меня не уйдешь. Ох ты, сколько много, смотри. Кто-то. Кто-то здесь ходил, смотри. Вот, сейчас быстренько это все скушаем. Так, нам нужно увеличиться, быть большим, 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 большим. Так, на 203 месте я сейчас пока. О, 191 место, нифига себе. Так, а здесь никого нету, смотри. Здесь никого нету, мы здесь будем. Мы здесь практически одни, смотри, я смотрю. Так, ну, тут даже этих нету, ни букашек, никого. Водичка. Куда, ребята, я зашел, а? Тут даже слизняков нету. Ни слизняков, ни баблов. Так, вот кто-то покакал. Мы сейчас это все скушаем. О! Мы же увеличиваемся, правильно? Это же еда. Все нормально. Сейчас мы это все съедим быстренько. Так, все, это все съели, дальше идем. О, какая-то большая штучка была. Так, мы идем, я так понял, наверх. А наверху там тоже кто-то есть. Так, сейчас посмотрим здесь. Приближаемся уже на хорошую плодородную почву. Вот, и здесь бегает у нас, смотрите, бабл. Мы его сейчас поймаем. И укусим. Все, съели. Угу, уже на 175 месте, хорошо. Так, вот еще один бабл. Давайте его словим. Так, это кто еду оставил? Магнитик, смотри, есть. Хорошо. Магнитик, это неплохо. Вот еще, слизень, слизень, слизень бегает. А ну, а ну, а ну, а ну, остановись. Есть. Да. Давайте на хорошую почву зайдем сюда, посмотрим. Что здесь? О, здесь какая-то не очень хорошая почва. Так, слизнячок, что-то он умер. Так, отправляемся сюда повыше. Мы уже на 151 месте. Вот уже на 140 каком-то там. О, тут змея какая-то бегает, смотри. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Тише, тише, тише. Ох, нифига, сколько там было вкусностей. Ладно, ничего страшного, я уйду отсюда. Спасибо. Нет, мне тут не интересно. О, смотрите. Что происходит? Нас хотят в капкан ввести. А это что такое за зеленые остатки такие зеленые? А ну-ка здесь посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, что здесь такое, что здесь творится.
О, еда. Еда, много-много еды. Ух ты, смотри, вот этот гад сейчас все съест. Оп. Оп, аккуратно. Да. Ребятушки, дайте я тоже поем-то, а. Ух ты, нифига, тут змей какой-то взорвался. Хорошо. Хорошо, идем, идем, кушаем, кушаем, кушаем. Во. Так, а ну-ка. Ух ты, тут тоже много, смотри, всего. Опа, смотри, в меня врезался, да? Врезался в меня. Сейчас это быстренько все соберем. О, вот еще, смотри, тоже кто-то в меня врезался. Так, собираем это все дело. Так, малыш какой-то врезался. О, да тут, смотри, каждый второй врезается. Здесь надо быть аккуратным. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, врезались мы, ребята, врезались нечаянно, совершенно нечаянно врезались. Поэтому здесь и опасно бегать с этими змейками, где их очень много, они меня сейчас все съели. Ну, бывает, бывает, бывает так. Ну что ж, посмотрим, что нам дали сейчас, сколько ключиков. Ох, 18 ключей нам дали. И что мы открыли? Мы открыли Франкенштейн. Хорошо. Отправляемся дальше. Новое задание. А, новое звание. Ты получил новое звание Сталкер. Увидеть свои результаты можно в экране рейтинг. Хорошо. Пятый уровень у нас, ребята. Ну что ж, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.